Еще одна новость, поднимающая статус нашего региона. В области увеличился размер пособий по беременности, родам и по временной нетрудоспособности. После июльского роста МРОТа минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней для женщины, не имеющей стажа, стал 34,5 тысячи рублей. До этого молодая мама, которая не успела наработать стаж, получала 28,5 тысяч. Повысилось и пособие по временной нетрудоспособности у тех, кто не имеет трудового стажа. По закону, у человека, чей страховой стаж менее 6 месяцев, пособие равно минимальному размеру оплаты труда. Также получают те, чей средний заработок за 2 года ниже минимального.